Строительство детского сада в микрорайоне пригород Лесное началось в январе 2023 года. За это время были полностью завершены работы по возведению монолитных конструкций, произведен монтаж окон, наружных и внутренних витражей и кровли. Сейчас полным ходом идет у нас отделочные работы, пищеблок, оборудование уже смонтировано, деток здесь будут кормить, соответственно, готовить. У них есть грузовой лифт на 100 килограмм, где они смогут эту пищу поднимать. Детский сад рассчитан на 360 мест, 15 групп для детей от 3 до 7 лет. Здание трехэтажное, его площадь составляет 4800 квадратных метров. В настоящий момент идут работы по благоустройству территории. У нас монтируются теневые навесы, идет полным ходом подготовка под озеленение. Это будет у нас рулонный газон, деревья, кусты. Соответственно, на площадке, в которой мы с вами находимся, здесь у нас будет резиновое покрытие, где детки могут играть. У них здесь будет все оснащение. Завершение всех работ запланировано на конец текущего года. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.